простит. Определение зачту. Итак, пиар – это продуманные, спланированные, постоянные усилия, имеющие цель установить, поддержать взаимопонимание между организацией и ее общественностью. А вот с точки зрения пиара, мое выступление вот сейчас повысило мою репутацию? Как ведущего, нет. Это почему? Ну, за тебя провели эту номинацию. А как же вот это «поющий ведущий»? Ну, Ромочка, если бы ты мне пел эту песню, я, возможно, оценил бы твои старания. А то брату по-братски. Понятно. Ну, на твоем профессиональном языке, короче говоря, мой брат — это пиар-легенда, друзья. Какие глубокие познания в нашей науке. Ладно, будем считать, успокоил. Друзья, прежде чем мы наградим наших победителей, давайте посмотрим ролик. А вот еще такой случай у нас был один в РУДН. Помнится, как-то приезжал к нам в гости один очень важный господин. Ожидание приезда было таким нелепым и чудаковатым, и свидетелем этого всего стал один заморский гость, который приехал навестить своего племянника.
Это как ремейк на известный фильм. Сценарий тот же, только вот актеры другие. Вот видишь, Рома, насколько важна роль пиара в создании имиджа организации. Да, в частности, РУДН. Отличная идея, как тебе? Мне-то, как никому другому, эта идея очень нравится. И прежде чем мы перейдем дальше, я хочу напомнить, что спонсором нашего мероприятия является интернет-магазин одежды Bosch Shop. Ваши аплодисменты, друзья. Там есть все, честное слово. И мы переходим к вручению наград в категории PR по курсу Елены Михайловны Апасовой. И приглашаем на сцену популярную группу Demo. Встречайте! Уважаемые ведущие и сразу все гости, которые присутствуют здесь, вас жестоко дезинформировали. Я уже давно не солистка группы Demo. Я уже сольная исполнительница, зовут меня Саша Зверева. Ваши аплодисменты, друзья! Но тем не менее, песню «Солнышко» я пела, пою и буду петь. И, наверное, сегодня даже вам ее споет моя маленькая дочка Василиса. Потрясающе. Давай. Солнышко в руках и венок из звезд. Из других планет все видят нас. Мне так хорошо с тобой мечтать об этом. Где-то над землей мы парим с тобой в облаках, как лавина снежной в горах. Нас накроет счастье и... Спасибо! Я предлагаю Тане выступать сейчас. Мне кажется, у вас успех будет колоссальный. Вы имеете в виду вдвоем с Василисой? Конечно. А кстати, нам очень приятно вообще было сегодня смотреть на ваш концерт, потому что сегодня дали нам, артистам, отдыхать, сидеть, смотреть, наслаждаться, а нас развлекали обыкновенные, ну, артисты местного значения, и они пели все живьем. Это было очень приятно, большой респект, большие аплодисменты для всех, кто сегодня здесь выступал. Ну и что хочу сказать, мне приятно сегодня вручать эту премию еще потому, что нам, артистам, без журналистов, без пиара, мы пиар-агентам платим бешеные деньги. Ребята, вы делаете очень важное дело и готовите очень важные кадры. Нам, артистам, без них просто никуда. Сработаемся, я так и понял. Ну что ж, тогда прошу Василису... Вручать солнышко в руки? Ну, конечно. Вручи кому-нибудь солнышко, звезду. В номинации «Лучший пиар-специалист» сегодня два победителя. Награждается Ксения Шарпова. Шарапова. Она в первом классе, она только учится читать, но она действительно дорастет до ваших лесов тоже. И также наш второй победитель Иван Шаров. Встречаем его. А кто вручает? Я вручаю? Или я? Давайте, Василиса, хочешь вручить? Ой, а у меня такой тоже золотой граммофон дома есть. Классно. А у вас будет теперь звездочка хранить и никому не отдавать. Спасибо! Елена Михайловна, мы очень хотели поблагодарить вас за знания, которые вам нам дали, за просто потрясающую атмосферу наших семинаров и лекций, пресс-конференций. И, Георгий Иванович, очень хотим вас поблагодарить за любовь к нашей профессии. Спасибо вам большое. Елена Михайловна, еще на самом деле я хочу сказать, не только...